Получить государственную субсидию на приобретение жилья смогут молодые семьи, в которых хотя бы один из супругов на момент обращения не достиг 36 лет. Верховный совет подкорректировал норму. До сих пор таким правом на субсидию могли воспользоваться семьи до 35 лет. Очень многие граждане обращаются и изыскивают возможности. А для этого нужно, соответственно, пойти в банк для получения сертификата, подтвердить зарплату и так далее. Это занимает время. У некоторых даже есть маленькие кредиты, они должны их погасить. Обращаются и не могут реализовать, а тут исполняется 35 лет. Претендовать на государственные субсидии на жилье скоро могут и работники социальной службы. В закон внесли поправку. Новые нормы начнут действовать со следующего года. С января 2023-го также вступит в силу закон, который предусматривает пособие по уходу за инвалидом и после 18 лет. Сейчас такое пособие выплачивают только до совершеннолетия. На сегодня принято решение, в связи с многочисленными обращениями граждан о том, что до 18 они получали, ситуация не изменяется, его физиологическая, нуждается в том же уходе, а возможно еще в большем. Таким образом тоже сторон ЗП будет платиться за уход инвалидов, не только детей инвалидов, а и инвалидов с детства. Первой группы и второй группы только в случае, если он нуждается временно в постороннем уходе. Сейчас, по данным Минздрава, в Приднестровье проживает около 1000 инвалидов детства, которые нуждаются в постоянном уходе. Тем, кто ухаживает за такими детьми, каждый месяц выплачивают по 970 рублей.